Вот выпустил голубенка, не полных 2 недели. Сегодня 27 февраля. 18 года. Вот он черныш. Дикий голубенок. Насыпал семечек, чтобы родители могли подойти. А они как еще не знают, как это делается на улице. Еще не видели его. Вот они сидят. Двое. Вот. Давай, давай. Вот они сейчас прилетают сюда на свою коробку, думая залететь, а там нет, я не пускаю. Да, еще утром выпустил, а она залетела. Я бы стал ложить, а она крыльями так бьет и ударила его по голове. Я думал, она убила его, так больно бьет. Вот сейчас надо приучить, чтобы они за ним здесь ухаживали. А потом я ему буду давать самое необходимое. Вот он. Одна долго сидела на нем, и нога у него выросла в сторону криво. Это тоже долго сидит на нем. Ну, видимо, не так долго. Да эти покрепше породы. Тоже нога в стороне не держит еще. Ему надо уже подниматься. А они свое тут давят. Она бьется туда, что он перед ней лежит, она не видит, ей надо в гнездо, она к гнезду привязана, все. Вот она бьется туда залететь, и он тоже. Глупая-глупая птица, Ефрем глуп, как голубь. Писание говорит, простая птица, избранница Божия, из всех птиц избрал одну голубицу, из животных одну овцу, из цветов одну лилию. Вот так, это все... В книге «Третье Ездра» написано. Вот они сейчас никак к нему еще не подходят. Вот он на них, они его видят. Видят, ну, видишь, старается залететь. Нет, я закрыл. Закрыл и сижу, смотрю. Вот посмотреть, как она первый раз. Вот теперь села на пол. Пойдет к нему или нет. Теперь отец подлетел. К голосу моем они привыкли уже. Вот она куда, туда и он. Хотя он и подкаблучник голубь. Он ее гоняет и не подчиняется ей. Ну, когда она за клюв тискает, то потопчет ее, то есть в постель ляжет, но не больше того. Чтобы ей носить отдельно, как птицу ухаживает, это ничего не дает ей. Он только гоняет ее. Петушок тот кричит, найдет одно зернышко, 40 жен соберет, а этот нет, сам съест и все. Главное, чтобы в нем была сила. А сила есть, он будет работать за работу. А то кому отдать, если один кирпич хлеба? Кому? Отцу. Иначе все с голоду умрут. Отец сильный, значит, и других прокормит. Это я уже попутно рассуждение даю. Сейчас сходил на улицу, сидел здесь, голову повернул, и уже солнце сходит. Так красиво. И я скорее обулся, оделся и бегом. А уже 30 градусов мороза, кажется. Сегодня, сейчас не знаю точно. Ну, около этого. Утро раннее. А мы живем в таком месте, где градуса на 3 больше, чем в городе. Близко около реки. Вот они мечутся, а к нему нет, не подходят. А он один сидит там. Растелешился. Его ноги не держат. Пытаются перелезть через бруски.
Ты куда? Ты куда пошла? Вот полумертвая палит. Ты что делаешь? Чуть не съела голубенка у меня. Нельзя этого делать. Ну-ка сиди там, не лазь сюда. Видишь ты какая. Нельзя сюда. Уколы только что дали ей. Я про нее даже никаких. Слышу, они летают, она слышит и примчалась. Она могла голубенка схватить. Видишь ты, зверюшка какая. Нельзя. Давай отдыхай. У тебя больничный режим. Коечный, постельный. Думает, что такое. Нельзя сюда, нельзя. Вообще нельзя-то тут покрывало. Вот она слышит, они летают. И как ее трогает это. Рыжку отдал к Надежде Васильевне. Они с Буской там, с этой Бусой белой. А это здесь. Очнулась. Только сейчас два укола дали, кричала. Это проиграли там в другом месте. Так там кошки с ума сходили. Дрожание в них началось. Никак, сюда нельзя. Не подходи даже. Вся устремилась, слушает. Они там летают. Тебя это не касается, болящая. Лежи, спи. Сяду так, чтобы поймать ее, если она пойдет. Вот на третьем этаже, где Володя спит, вот он выглядывает. Этот голову засунул и между брусками и сидит. Видите, то кошки мешают, то еще что. Сейчас, если она пойдет сюда, палю, надо в погреб затолкать. Мне охота посмотреть, как эти к ней подойдут. Ну ладно на этом. Вон они двое. Верхние. С двух сторон смотрят. Я на коленках стою, поэтому мне плохо видно. Я сел с собой, заткнул дверь, чтобы палю захватить. Но, видно, не захватишь. Она меня обойдет. Надо срочно ее... Вот она уже, оказывается, на подходе стоит. А, паля, подожди. Так дело не пойдет. Давай, Паля. Ты что делаешь, а? Ну-ка, давай. Ну вот, Палю я загнал. Ой. Вот, теперь этот. Подойти к нему надо. Палю запер. Ты что здесь сидишь, а? Ты что сидишь тут такой? Ну, дальше мамка-то тебя огрела крылом. Ну. Вот она где. Вот сюда тебя поближе. Вот он где. Ой, растопоршился. Ну-ка. Ножки-то не изуродовали еще тебе. Он куда хочет пробраться. Я его загородил. У тебя... Их в другую комнату не затопится. Они крылья обожгут, птицы. Теперь на них только смотреть. Все, теперь встал я на ноги. Тут я свет включил. Вот люстра рядом. Люстра с лампочкой. О,
меньше метра до нее. Еще ни разу не подходили. Беспокоятся, летают, но не догадаются сесть, подойти к нему. Они должны это сделать. И вот сегодня я их к этому приучаю. Кто-то звонит, но мне не до этого. Можно посмотреть, кто это такой. Непонятно. Кто же это ко мне звонит-то сейчас? Попринять я его не могу. Василий. Уже не один раз звонит, но ничего тут непонятно. Он звонит, поговорить хочет или что? Ну ладно, я тут не буду уже снимать, как они будут. К Василию этому выйду сейчас, новый Василий. Все, снимать некому, и все на этом.